Это автобусный маршрут в основном. А, здесь автобусный маршрут. Здесь автобусный маршрут, а автобусный маршрут построительный. Ну, хорошая здесь, широкая улица. Да, поэтому, конечно, к обманутым дольщикам, к этому детскому саду, к третьей школе. Ну, то есть вы приступили к ремонту дорог. Валюсич, да, мы приступили еще с мая месяца. Вы замечаете это? Вчера заметили сомнительное качество этой дороги. Ну, так, если сомнительное качество, вы давайте тут топайте ногами, чтобы переделали. Сомнительное качество. Вы же вчера увидели, что да. Все, если, если сомнительное, все переделать. У нас другого такого быть не должно. А как? Такой вот опыт уже есть. По Тарнавской коллеги знают. Мы перекладывали три раза этот участок. Я помню, года 4, наверное, 5. Мы где-то вот так тоже. Проспект Героев. Проспект Героев. Вот такая наверное, вот тоже вот улица очень протяженная. И тоже подрядчики вышли и не знаю, что там делали. И мы их вообще заставили или убраться, или переделать в то время, остановили просто всю эту работу, так и надо делать. Если у жителей есть сомнения, лаборатория, где у нас Зайцев-то? Вот у нас министр дорог. Если есть сомнительность, вы как, будем говорить, нейтральный такое ответственное лицо, ну нет, с одной стороны вы не нейтральные, а прямой ответственности, как и глава. Возьмите лабораторно, проверьте все и расскажите. Вот раз представитель общественности и средств массовой информации говорят, что есть замечания, надо все теперь публичить, раз так. Только так и чтобы будет. Не развалилось, а то садик хороший, дорога вроде с виду новая. Они говорят, новая, а уже вот сомнение какое-то. Алексеевич, все выборки сделаем, вырезки все сделаем, в лабораторию отправим, которую решим непосредственно с Министерством транспорта. Вот, та, которая подтвердит все качественные характеристики есть. И если по каким-либо качественным характеристикам не будет соответствовать полотну, значит, слои будут сняты. Работа, естественно, не приняты. Видите, работа сейчас, не приняты. Сейчас чем вот невозможно плохо делать? Все как бы открыто, доступно, и никому ничего, глаз никакой не замылишь и не замажешь. Правильно? Вы возьмете так... Я почему и говорю, абсолютно правильно. Любую мобильную лабораторию проверили. Я имею в виду, вы на телефон сняли и министру прислали. А главе все, прислали. Мы уже все посмотрели. Мне все прислали, показали. Каждый день присылают. Если есть вопрос, надо исправлять.